мы достигнем. Но ни одна зацепка не привела меня к цели. Каждую ночь я вижу один и тот же сон. Я иду под сияющим звездным небом, по цветущему полю. И когда прихожу в самый его центр, я вижу тебя, Элизабет. Ты ждешь меня. Пусть ты погибла 1000 лет назад, но ты близка мне, как родная мать. И на мгновение я счастлива. Но ненадолго. Я всегда остаюсь одна. Ты спасла этот мир для нас, Элизабет. И я не брошу его в беде. Моя последняя зацепка ведет в эту долину. Я должна найти копию Гея. И я сделаю для этого все. Обещаю. Вару? Да это же Элой, спасительница Меридиана, избранная Нора. Ты же знаешь, я ненавижу эти регалии. Ну, считай это наказанием за то, что сбежала в ночь победа над Аидом. Ты помнишь, что я выросла изгоем? Я не умею праздновать. Да. Но праздник был в твою честь. К слову. Что ж, какое у нас дело? Раз ты сбежала, значит важное. Нам надо лезть в руины? Или пытаться справиться с порчей? И то, и другое, но я... Я должна... Ну нет. Я долго тебя искал. Послушай, после всего, что ты сделала для Нора и моей семьи, я поклялся помогать тебе. И знаешь что? Я пойду за тобой. Мы теперь связаны. Ясно. Но если ты пойдешь со мной, ты должен видеть то же, что и я. Визор? Я и не надеялся видеть, как ты. Потом дам еще один и покажу, как делать копию данных. Данных? Информации в устройстве. Нужно много объяснить. Сделаю это по дороге. И ты всегда вот так видишь? Да, с самого детства. Давай. Идем?
Что ж, по пути сюда я заработала пару ссадин. Найдем лекарственных растений про запас. Это будет первый урок обращения с визором. Согласен. Давай начнем. Растения здесь не такие, как в священной земле. Ага, зато сразу становится лучше. Ладно, идем дальше. Можно собрать еще растений по пути? Да, хорошая мысль. Местами порча отслаивается, как мертвая кожа. Так она распространяется. Вон руины. Куда нам и надо? Тут несколько спусков. Не знаю, кто протянул тут веревки, но по ним можно спуститься. Копию. Искусственный интеллект. Сложно объяснить. Считай, что это набор действий, которые могут все исправить. Кушаем. Собирают детали машин, как всегда. И след простыл. Они бросили корпус машины. В той машине куча стрел. Взгляну поближе. Машина подбита совсем недавно. Кому еще тут охотиться? Не знаю, но стоит изготовить стрелы. Впереди может ждать опасность. Там древесник у ручья. Точно пущенная стрела всегда поможет. Нужно только прицелиться. Ты первая. Моя победа.
что здесь было раньше? Не знаю. В пакете данных, в этом сообщении, что я нашла, не уточнялось. Копия может быть здесь. Надо как-то попасть внутрь. Что было в Меридиане, когда я ушла? Когда все поняли, что тебя нет, начался переполох. Но потом кое-кто из нас понял, раз ты ушла, значит так надо. И вы были правы. Порча не только отравляет растения, она и животных убивает. Люди тоже начнут болеть, голодать. Мы этого не допустим. Давай вниз. Давай в траву. Никогда таких не видел. Я тоже. Те машины были в состоянии тревоги. Как мы с ним справимся? Визор поможет. Перед тем, как напасть, стоит его просканировать. Сейчас. Так, видишь, некоторые детали светятся. Это слабые места. Ясно. Его глаз. Слабое место. Верно. Так, сконцентрируйся. Нашла что-нибудь? Чуток припасов. Там еще один. Откуда визор все это знает? Он считывает данные с машины. Как охотник, изучающий добычу? Ага, вроде того. А когда кончился переполох, чем занялись остальные? Ну, как только закончилось празднование, моя мать повела Нора домой. Король собственно... Готово! Он лежал в руинах, куда я случайно упала. А другие нашла недавно в старом тайнике. Иметь запас полезно. Сюда. Мы идем в руины Предтеч. Приветствуем в пусковом комплексе дальнего зенита. Дальний зенит? А
Они менялись технологиями с новым рассветом. Но откуда у них копия Геи? Пожалуйста, зарегистрируйтесь на экскурсию. Кажется, они приглашают нас подойти. Кажется, ее можно вскрыть. Снаряжение скалолаза. Похоже, кто-то спрыгнул сюда. Может, его оставил тот, кто подстрелил машины, что мы нашли? И куда он делся? Фу, что это за вонь? Весь лагерь разрушен. Наверное, они пришли сюда за трофеями. Кислота. Понятно, чем тут пахнет. И похоже, что-то большое упало сверху. И разнесло весь лагерь. А потом и стену. Надо осмотреть завалы в той расщелине. Когда та штука ушла в пролом, все это обвалилось. Если вытащить часть обломков, можно будет протиснуться внутрь. Может, в лагере найдется что полезное? Элой, сюда. Кажется, я что-то нашел. Похоже, это какое-то изобретение Азирам. Этот крюк может цепляться за что-то. А механизм его притягивает. Оно сломано, но, может, мы его починим, зацепим за обломки? И притянем. Попробуем. А визор поможет найти в лагере детали для починки устройства. Визор обнаружил пару интересных вещей. Деталь машины. Пригодится для починки. Кабель машины прочнее веревки. Отлично. Кажется, я собрала все для ремонта инструмента. А может, даже для улучшения. Воспользуйся верстаком. Крюкохват готов. Теперь надо его испытать.
я думала. А это что? О! Импульс не дал результатов. Просканирую. Доброе утро. Я Освальд Дальгард. И я рад представить вам проект «Дальний зенит». Что бы вы ни слышали о наших целях, они предельно просты. Наш девиз – добраться до звезд, даже если придется пересечь почти 9 световых лет пустоты. Пожалуйста, пройдите в общий зал. Там мы представим наш план. Интересно, что в этом общем зале? Мы скоро узнаем. Надо включить визор и просканировать местность. Ящик с припасами. Попробую зацепить крюкохватом. Похоже, импульса визора недостаточно. Просканирую местность. Может, сумею забраться туда? Ого! Получилось! Крюкохват — полезная штука. Жаль, что он всего один. Не переживай, я найду тебе путь наверх. Надо скинуть лестницу в Арлу. Принимай, Арлу. Спасибо. Homo sapiens. Мы всегда преодолевали границы, исследовали, прокладывали новые пути. И вот дальний зенит готовит новый скачок в будущее. Мы гордимся тем, что воскресили Одиссею. Правительство бросило ее на орбите, а дальний зенит вернул к жизни всего за десяток лет. Но это только начало. Когда корабль будет готов, мы пошлем Одиссею с ее экипажем туда, где люди еще не бывали. В систему Сириуса. Там мы создадим первую звездную колонию. Одиссее понадобится 300 лет, чтобы добраться. Но, глядя на ночное небо, мы будем знать, что она в пути. И, как говорил наш основатель Питер Чивумбе,
Истинное бессмертие заключается... Данные повреждены. Конец просмотра. Предтечи могли летать по небу? Между звездами? Ну, да, вроде как. Тот корабль, Одиссея, так и не долетел до звезд. Что-то пошло не так, он взорвался. Поэтому Элизабет отдала им копию Геи. Для колонии? Ошибка. Данные презентации повреждены. Доступен файл набора участников. Активировать его? Да, активируй. Посмотрим, что еще они расскажут. Мы все знаем прогнозы. Нестабильная экономика. Новые инфекции. Бунт роботов. Сколько осталось до катастрофы, которая заденет даже мировую элиту? Мы в дальнем зените считаем. Не надо ее ждать. Мы полетим к звездам. Мы показали вам, что создаем тут. Площадку для восстановления Одиссеи. Суперсовременный центр данных для ускорения технологического прогресса. И вы видели, как мы добиваемся общественного признания. Так сделайте свой вклад. Закажите каюту на Одиссее. Живите так, как привыкли, вдали от земных проблем. Что ж, это правда был конец света. Но они не знали, какой. Значит, все, что они тогда говорили про новый скачок в будущее, это была ложь. Этих людей заботило только спасение своей шкуры. Ну, да. В итоге у них ничего не вышло. Этот Освальд упоминал центр данных. Она должна быть там. Переплыть не получится. Значит, найдем путь в обход. Идем. Лес захватил все это здание. Наверх. Осторожно, они не должны вызвать на помощь подземных друзей. Левая твоя, а я займусь той, что справа. Ладно. Ее с помощью копья. Нельзя попадаться. Сначала нужно просканировать и узнать маршрут. Подберусь поближе. Главное, незаметно. Можно отвлечь ее, бросив камень. И заманить туда, где я смогу подкрасться. Надо только верно выбрать момент. Вот так. Теперь нужно вырубить ее ударом копья.
Проклятье, за ним! На подходе. Надо подкрасться и вырубить ее с помощью копья. Нельзя попадаться. Сначала нужно просканировать и узнать маршрут. Так, вот и ее маршрут. Подберусь поближе. Главное, незаметно. Я на месте. По твоей команде. Можно отвлечь ее, бросив камень. И заманить туда, где я смогу подкрасться и ударить. Надо только верно выбрать момент. Пора бросать. Теперь можно вырубить ее ударом копья. И моя готова. Впереди еще машины. Мы с тобой справимся. Кстати, я тут заметила, ты решил немного сменить стиль. Да, все никак не успевал побриться. Торопился найти тебя. Не переживай, это не навсегда. Хорошо. Прости, что смутил тебя усиками, избранная. Похоже, этот малыш попался в ловушку порчи и не выбрался. Надеюсь, он не мучился. Похоже, порча пробралась и сюда тоже. Похоже, Азерам использовали взрывчатку против машин. Им удалось парочку завалить. Похоже, там было заграждение, и машины его прорвали. Потом пригодится. Похоже, Азерам не успели им воспользоваться.
Осторожно, ловушки. Попробую их обезвредить. Вот, получила немного припасов. Главное, что ты цела. Убрала и получила еще припасы. Еще один лагерь. Пока мы здесь, давай сделаем свои ловушки. Пригодятся в сражениях с машинами. Это мысль. Это пригодится. Впереди машины. Вроде не заметили нас. Просканирую их. Я уже видел такую машину. А я нет. Поищем его слабые места. Может, соберем ловушки? Они могут нам тут пройти. Готово. Что ж, идем дальше. Бывало во многих книгах. Они все. Похоже, та машина, которую мы видим, двигается. Надеюсь, не в нашу сторону. Они все сильнее. И все чаще. Все эти бури, порченные земли, реки и озера, задушенные водорослями. Тебе суждено исправить все это? Да, но без копии данных я не справлюсь. Нашли способ попасть в центр данных. Давай срежем через то большое здание справа. Кажется, придется лезть. Части. Ему все-таки 1000 лет. Похоже, тут проводили заседание. Анзу. Система терраформирования «Новый рассвет». Дитя доктора Элизабет Собак. С помощью 9 вспомогательных функций. Гея, ядро системы, способна находить оптимальные планетарные решения и принесет очевидную пользу при создании наших колоний. Первая фаза операции – внедрить агента в проект «Новый рассвет». Завершена. Вторая фаза – агент снимает копию Геи и ее вспомогательных функций и тайно отправляет в наш центр данных. В случае успеха персонал «Нового рассвета» даже не узнает об этой передаче. Риски. Если агент провалится, «Новый рассвет» может разорвать договор о покупке базы данных Аполлона. Операция должна быть тщательно скрыта от Трэвиса Тейта, разработчика протокола AID. К тому же, нужно проявить осторожность в отношении самой доктора Собак. Она один из лучших инженеров мира и могла предусмотреть дополнительные меры безопасности.
Полный анализ приложения. Данные содержат сводный отчет. В журнале сказано, Элизабет выслала копию. Но это вранье. Зенит украл Гею. Элой, почему вы с той женщиной похожи?